Ну что ж, поехали. 5700 у нас монет. Сейчас мы еще подсобираем и уже купим новую тачку. Да, там, кстати, много тачек. В игре этой очень много-много-много машинок. Очень-очень много. И они все, ну, как бы начинаются недорого стоят, а потом цены там до 75 тысяч. Но сейчас можно за 5500 купить машинку. Вот. Ой, взорвались. А вообще там максимальные машинки по 95 тысяч, по 75 тысяч, по 100 тысяч. Ну, это как бы дорого. Я не знаю, сколько это надо. Сколько это реально денег копить надо, чтобы все эти машинки открыть. Ну, пока мы едем на такой вот машине. На какой-то чувак, я не знаю. Какой-то, мне кажется, это какой-то зомбарь переодетый. Переодетый зомбарь бегает. О! Ачивочку мы сделали очередную. Ой-ой-ой, сожрали меня, да. Так, получили 200 баксов. Давайте крутанем. Посмотрим, что у нас здесь выпадет, не выпадет. Так, 500-ка, давай-давай-давай. А, нет, только 10-ка. Ладно, еще раз крутанем. Вдруг 500-ка выпадет. Давай, есть, 500-ка. 6500, ты понял? Теперь заходим в машинки и смотрим, что мы на 6500 можем купить. А на 6500 мы купим с вами. Можно такой скутер купить, а можно стегозавра. Я хочу купить... А, вампира, я хочу вампира. Реально хочу купить вампира. Либо копа. Офигеть. Ладно, давай дальше играть. Еще раз поиграем. Подкопим еще деньжат. Ну, можно копа купить. Полицейскую машинку. Либо стегозавра. Вот что интереснее? Что интереснее купить? Стегозавра или полицейскую машинку? Ладно, сейчас посмотрим что-нибудь. Сейчас что-нибудь решим, подумаем. Стегозавр-то прикольный. Наверное, куплю полицейскую. Угу. Либо вампира возьму. Вампир тоже классный. А что полицейская машинка? Она просто машинка такая. А там, получается, на кабриолете вампир едет. Вообще классно. Да, наверное, вампира возьму. Все, сейчас мы... Не знаю, доедем, не доедем. Опа! Аккуратно. Главное, на бошку не упасть. А, она упала на бошку, прям, прикинь. Сейчас они меня могут схватить. Во! Нет, не схватили. Это хорошо. Так, 60. О, ну потихонечку мы деньги собираем. В принципе. Ой-ой-ой-ой, взорвались. Ну, здесь они меня не догонят. Не достанут меня, потому что это база. Они на базе почему-то не догоняют. О. На базе догнать не могут. Так, главное мне всех поубивать. А зомбачков. Делаем кувырки. О, отлично. И здесь. О, нет, нет. А, взорвался. Да, сейчас они меня словят. Словили, все, словили меня. Так, получается 169 монет я заработал. Так, продолжаем играть. В игру Pepsi World. О, я был большой, стал маленький из-за вот этой вонючки маленькой. Улитка одноглазая. А, я умер? Почему я ее... Не, подожди, я прикоснулся к ней, понимаю. А почему-то умер-то? Я не должен был умереть. Я должен был толкнуть, по идее. Но никак не умереть. Опа. Вечно. Так, а эти не работают, фигни, да? Так, таракан какой-то вижу. Так, ладно. Интересно. Если я буду на нем сидеть, таракан... какого? Ну, лешего, ну таракана не было там. Ребята, ну там же не было таракана, правильно? О, монетки.
Не знаю, зачем их собираю, но пусть будут. Так, опять вот эти грибки идут. Ладно, не будем их тревожить. Так, ух ты, яблоко. Одинарное, наверное. Ага. А, нет. Так, мне грибок нужен, алло. Дайте мне грибок. Ладно, грибков не было. Ох ты, меня эта вонючка убила. Так, что ты будешь делать? Ладно, переиграем, ничего страшного. Нет, прыгаем на эту жукашку. Так, лучше вообще улитку не трогать. Пусть она... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, таракан. О, грибок. Thank you. Так, здесь у нас монетки, давайте соберем. Так, все, кончилось. И вот эту сейчас возьмем. Так, а я вас могу перепрыгивать просто так? Во. Просто перепрыгнул. Теперь этого. А, ладно, иди. Гуляй, отдыхай. Не буду я за тобой охотиться. О, нифига там этот потаенный был уровень. Грибочек. Ну, буду знать. Да что ты тебя? Так, здесь вроде... Нет, он почему не, не спускается вниз? Он должен... А, нет, ой-ой-ой-ой, таракан, вылез таракан, прям вовремя, а? Прям вовремя вылез. Так, давайте проверим здесь, нету ли грибочка. Нифига, походу, нету. Так, вот этих нужно нам подавить. Нет, нету здесь ничего. К сожалению, не было никаких вкусняшек, типа грибов. Да, у нас чувак этот грибы любит есть. Так, а там будет какая-нибудь вонючка вылазить? Вроде не вылазит. Ага, вылезла, прикинь. Тут ничего нету. Никаких грибочков. Так, кто мне скажет, зачем мне эти монетки? Зачем я их собираю? О, все, финиш. Есть. Добрались мы наконец-то таки до 6 уровня. А, 6 уровень Completed. Акула Мако. Угу. Ловкая, быстрее и сильнее рифовой акулы. Ей по зубам более агрессивная добыча. Давайте купим акулу. Что там, вооружить ее надо будет. Детеныш астронавт. Давайте возьмем. А детеныш астронавт прошел подготовку в России для высадки на Луну. Уменьшает гравитацию, защищает от перепада давления на глубине и на суше. Можно использовать вместе с обычными малышами. Берем. Ага, хорошо. Играем. Посмотрим, что это за акула-астронавт, которая была выращена в России для Луны. Да. У нее скафандрчик есть, смотри. Ага. Так, ну что, акула-астронавт? Нифига ты там. А как ты там дышишь? Слушай, алло, у тебя там вода в аквариуме, в этом самом, в голове? Или что там у тебя? Ой-ой-ой-ой, опять не на меня напали вот эти вот штуки-дрюки маленькие. Не знаю, как их называют. Короче, оно на меня напало. Ага, давайте здесь поедем немножко. А если мы спустимся вниз, получается, там же она меня... как бы защищает от перепада давления, да? Поэтому мы можем спускаться вниз поглубже. Ух ты, яд. Не будем трогать яд. Нам он опасен. Так, опять все покраснело. Ну, давай. А что ты? А вниз ты что, будешь спускаться-то или нет? Давай. Тут, а тут, кстати, внизу ничего интересного нету. Так. Давай, спускаемся. Очень медленно. Смотри, какой корабль огромный. О, шипы. Ладно. Это я помню. Что у вас есть шипики. Так, а здесь должен быть, по идее... А, я голодный, ты меня не кормишь. Ах, ты маленькая засранка. Рыба, акула.
Ты мне тут лови давай что-нибудь. Во. А то я так с голода умру. Ух ты, это что за рыбы такие? Блин, смотри, огромные. Подводные. А, это подводные подводные рыбки такие есть. Угу. Удальщик или рыбальщик называются они. Ну все. Выбираем нашу Катюшу. И будем с Катюшей играть 2 на 2 соперника. Так, кто у меня здесь? Джокер. Ё-моё. Маленький танк. Ладненько. Давайте я здесь попробую постою. О, пошли в бой. Тихо. Ёлки-палки, давайте я буду помогать. Меня уничтожили. А как так? Катюша-то у меня не прокачанная, я же ее недавно открыл. Поэтому, возможно, поэтому Катюша и не справилась. Придется мне брать титан тогда, значит, титанчик возьму. В следующей серии. Да нет, он не справился. Нет, конечно же, против таких монстров. Давайте выберем тогда титана. Вот. За этого титана будем играть. Он достаточно-таки у меня мощный. Так, тоже титан и Катюша. Ох, тут. О, арахнит у нас. А в смысле? Я же... Подожди, а разве я не титана взял? Ребята, нечаянно взял не титана. Ладно. Давай тогда попробуем. Вот этим. Поиграем. Баллистой. О, титана нашего уничтожили. Да как так? Что у нас там? Дружище, где ты там? А, вот он, титанчик бежит. На, получай. А, вас еще двое. А как я вас так не уничтожил-то, а? Ёлки-палки, да, к сожалению. Но не тот я взял танк. Не тот. А где титан? Вот он, где титан. Ты что так далеко находишься, а? Давайте возьмем тогда напалм. Поехали. Напалм-то особо у нас не прокачанный тоже. Ну ладно. О, два титана. А еще какой-то с корейцем каким-то мы играем. Ух ты! Это Южная Корея, ребята. С Южным корейцем. Так, напалм вам нужен, ребят. Ой-о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 й. Нифига нас как разбили. Смотри, три игры и ни разу не выиграть. Так, как так плохо-то, а?